знакомый аппарат. Это литровый двигатель. Все с киловаттами. Вот это двигало. Чуваки, чуваки с оппозитору. Погнали всем тем, кто любит отрываться и не стремится под рок-н-ролл. Я не знаю, как разбить эти стихи, я не знаю, как разбить эти стихи.
есть киловатт, полкиловатта, вынесены на коленвал с помощью выточенной заранее пластины. Нету поворотников, потому что не успел. Ну нехер поворачивать, едем прямо, все да, правильно. Да, вдаль, он, в принципе, не сказать. Не сказать, что нет, задней передачи пришлось пожертвовать. Я у него движке я проехал 150 на 1228 километров. Все услышали, да, там движок от автомобиля Subaru. А самое интересное, да, я сейчас тоже от тебя доброшу, но так официально зарегистрирован. А как же? А как можно проехать 150 тысяч без регистрации? Я езжу в Крым, я езжу в Архангельск. Боевой аппарат ежедневный. Год в среднем я проезжаю 20 тысяч, в том году он 26 намотал. Молодец, вот я тебе завидую, я в том году прям слил сезон. Ну, нет, нехорошо. Москва! Чего нового добавил? Ну, хромучек добавил, поворотники там на светодиоды перевел. Коробка это расходник, в нее влазить приходится практически ежедневно, поэтому говорить о ней смысла нет. Поломался вот прямо перед Нижним Новгородом, я поломался, порвал крестовину. Москва, заебись! Поехали дальше. В принципе, ребят, я спецом сделал распечаточку. Наиболее, так сказать, часто задаваемые вопросы. Все не сказать, поэтому проще подойти да почитать. Там два вопроса. Самое интересное здесь есть. Нахуй. Сколько маленько жрет, сколько поет. Да, один маленький нюанс, почему тебя вытащили... За нос, нет, за что там вытащили? За ногу из палатки, да? Дело в чем, вот этот вот человек, да, он взял и зараза такая, самый первый из иногородних приехал на фестиваль. А кто это заметил? Все заметили. Нет, ну просто КПП я обходил со стороны. Это понятно. Ты здесь появился, понимаешь? Они заметили. Вот, это ты их не видел, они тебя видели. Это приятно, несомненно, вот. Это приятно. Давай сразу мы тебя немножечко задарим. От Happy Birthday. Здесь дети. Я за него. А, вот Гива. Вам вот такой. За верность чего? За верность традициям. Да, это вторая уже, если что. Неважно. Дважды, трижды. И маленький подарок. Семейный герой. Апальзит! Заебись! Прям спасибо. Аплодисменты! Так. Передаю... Вот сюда вот. Как эта штука называется? Микрофон. Вот, микрофон, маленький. Ну хорошо, пускай туда. Славик, не уходи, а то опять тебя искать. Вот. И нашелся у нас хозяин Джек Дэниелса. Джек Дэниелс выпит. Да, еще да, я... Женя на бело-черном Урале. Я товарищ в Ампире. Но Урал, 500 верст, это все-таки цифра. Ну да. Молодцы! Два слова. Паша из Москвы. По документам это 803-30. 87-го года. По факту здесь от того мотоцикла не осталось вообще уже ничего. Документы совсем. Еще есть, да? Документы еще... Да, есть. Ага. Вот. По факту это Кросс 1000, это литровый уральский мотор, один из 15 выпущенных. Это вот тот самый? Это тот самый Кросс 1000. У него номер 00013. Вот. Переделывало здесь все, в принципе. То есть там и коробка, и мотор, и поршневая под него точилась. Про коробку просьба подробнее. Да, коробку вот Илюха делал. Мотор... Мотор наполовину из титана, то есть там титановый коленвал, титановые опоры подшипников, толкатели, штанги-толкатели, тарелки клапанов, то есть это вот именно спортивный 77-го года мотор. Вот, база у него от Волка, то есть мы как бы его уже перебрали, теперь это Волк, по сути. А так делалось все, то есть там и бензобак, и крылья, и седла, все варилось, клепалось, делалось. То есть от и до. Я на всякий случай от себя добавлю, если кто не в курсе. Этих моторов действительно была выпущена опытная партия. На момент выпуска аналогов этому мотору в мире не было. 62 лошади в нем. Совершенно верно. Вот, этот мотор рвал японцев, как тузик грелку просто в свое время. Вот. Но почему-то в серию он не пошел, потому что совместимость была очень маленькая по запчастям. Совместимость у него, то есть распредвалы подходят, коленвал от Волка от 750-го можно поставить. Волк появился чуть-чуть попозже. Да, лет на 30 где-то приблизительно. Совершенно верно. Вот. А так, в принципе, да, здесь 9 пружин сцепления стоит в нем с завода. Маховик как фольга, то есть такая
чего. Вот. Ну, моторчик очень здоровский. Понятно. Так, и... Да, до 7000 он крутится легко. То есть вторая передача 100 км в час, это нормально. Прекрасно. Я считаю, прекрасно. Жалко, блин, он не попал в серию. Я прям вот... Очень жаль. Так, и Славик, опять уже. Добрый день, ребят. В общем, такой веселый, как бы, с виду мотоцикл, но я займу у вас там несколько минут, как бы. Это, у меня такая очень печальная история, предыстория этого мотоцикла. Наверное, нижегородцы помнят тот момент, когда ночью, несколько лет назад, на Ужском съезде разбился Тахир. Наверное, многие, как бы, его знали. У него был джиксер, покрашенный в цвет хохламы. То есть это был мой, как бы, ну, не друг, но это был хороший знакомый. И вот так, поле судьбы, он погиб на этом мосту. И через несколько лет так сложилось, что мне предложили этот двигатель в качестве просто донора. Именно, что сделать на память о человеке мотоцикла. Конечно, многие, как бы, меня не понимают, что мотоцикл, как бы, с такой аурой, но это мой хороший знакомый, поэтому я думаю, что он бы был бы не против, и сделал я его такой. Это вот мотоцикл чисто посвящен Тахиру, и я надеюсь, что он доволен этим. Ура! Знаете, это не просто... Это не просто мотоцикл, это мемориал. Я так фактически. Ну, в общем, здесь по поводу его, ну, сами все понимают, что двигатель — это, конечно, от него. Все остальное руками, долгими зимними вечерами. Вот, ребят, такая история. Спасибо. Я так это подытожу, да? Однажды на табуретку поставили мотор, и вокруг него стал собираться мотоцикл. В общем, так, как бы, так все и делается. Итак, все, никого не пропустили. Джек Дэниелс у нас потерялся. Джек Дэниелс потерялся. Так, чисто проехали на 100 км. Давайте показательное выступление. Тут очередь. Вау! Медленно ездил на автозавод. Не очень медленно, но... Ага, вот. Нашли! Береги ее! Если она тебя обольет, не скидывай. Вы вообще знакомы? Нет, мне так... Ну, нет, о! Поняли, да? Все. Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Ну, что, эксперты, да, тут? Давайте, последние у нас пара участников. И мы будем учить. Палатки спит. Давайте. Ну, тогда ты когда, наконец, к нам приедешь? К вам? Финалисты, ну, будь ты мужиком, наконец, приезжай. Ну что, мы будем их заставлять? Позит.ру.